Слотокін. Королем може стати кожен. Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні в нас 5 листопада, неділя, і традиційне зведення з військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Розпочнемо з того, що відбулася трагедія в Запорізькій області. Наші військові, 128-ма бригада Закарпатська, вони зібралися на нагородження, і є вже підтвердження від офіційних наших представників Збройних сил України. Терористи вдарили Іскандером, і є жертви. В районі фронту, тобто це прифронтова зона, в прифронтовой зоне, ну, больше трех не собираться. Это, конечно, образно сказано, но тем не менее. Это железное правило, железобетонное. Тем более у россиян очень много беспилотников сейчас, сотни летают по всей линии фронта, причем разведывательные. То есть они определяют скопление и выполняют боевую задачу в этом смысле. Поэтому это явная вина командиров, которые организовали такого рода мероприятия в прифронтовой зоне. Ну и, конечно, жаль наших хлопцев, которые погибли, царство им небесное. Лучше бы такого не допускать. Скорее всего, здесь вопрос связан вот с набором военнослужащих и на командные должности, не профессионалов, а происходит определенный набор, тот, что мы неоднократно с вами говорили уже, нельзя набирать с улицы людей, ставить командирами, выполнять боевые задачи. Должны быть профессионалы, военные профессионалы, которые отдали жизнь, так сказать, всю на служение Родины и считают работой военную службу. Вот они не допустят, конечно, такой беды. Ну а здесь явная недоработка командного состава. Ну і це вже не вперше, пане Романе, так? У нас же було і на Харківщині, коли було зібрання військових. Я думаю, що треба з цього висновки робити, тому що безпілотники – велика кількість. Ну і казав, як казав Залужний в своїй статті в «Економіст», що ця війна, ми все бачимо, що робить ворог, але, на жаль, ворог повністю бачить, що робимо ми. Якщо говорити про удари по Україні ракетами, цієї ночі запустили росіяни Іскандерика. Раніше вони в такій кількості, здається, не запускали. А чому саме зараз так вирішили іскандерами? Ну і летіло в Полтавщину і на Дніпропетровщину. Скорее всего, та же картина. То есть вычислили определенные военные объекты и попытались нанести удары. Іскандерка – крилатая ракета. Ее, в принципе, легко сбить. Мы их сбиваем, большинство ракет, Іскандерка и калибры. Ну, калибров давно не было, но крылатые ракеты сбиваем. В принципе, они практически все были сбиты. И есть проблема, когда сбиваешь такую ракету, у нее все-таки полтонны взрывчатки. То есть, если она не взрывается в воздухе, а ракета сбивается с курса, то она падает при падении, она также взрывается. То есть, вот эти проблемы есть, их решить довольно-таки сложно. Но, по крайней мере, до цели эти ракеты не доходят. Пане Романе, по тимчасово окупованому Криму була масована атака саме на півострів. Про це навіть повідомили самі Міноборони Росії через РІА Новості. Що цікаво, вони рідко коли визнають влучання, кажуть, що все збивали, а тут вони пишуть. Міноборони Росії сообщает, що ВСУ 4 ноября нанесли удар 15 крилатими ракетами по судностроїтельному заводу імені Бутомі. І збили лише 13, а дві долетіли. Тобто вони офіційно визнали, що прилетіли крилаті ракети. І також відомо, крім того, що суднобудівний завод біля Керчі безпосередньо недалеко від мосту влучили. Так також є влучання і в їхній човен «Аскольд», який є носій потужних ракет. Это малый ракетный корабль, так можно сказать, малый корвет их еще называют. Там 8 пусковых установок на этом корабле, 8 пусковых установок калибр. Корабль где-то до сотни метров, 70 метров длиной, 800 тонн водоизмещением. Но тем не менее, как ракетоноситель, ракетоносец, он довольно-таки опасен, потому это основные наши цели в Черноморском флоте Российской Федерации, уничтожение систем запуска ракет, то есть пусковых установок.
Это мы тоже неоднократно с вами про это говорили. То есть ракету лучше уничтожать на земле или уничтожать пусковую установку. Вот очередной, это уже очередной, можно говорить, ракетоноситель был поврежден, это как минимум, а скорее всего уничтожен, так как после попадания ракеты типа «Скалпа», скорее всего, «Скалпы» использовались, это воздушного базирования, наша авиация постаралась, выполнила эту задачу. Сколько там летело, это не важно, главное, сколько уничтожили кораблей. Минус один корабль, минус один ракетоноситель. Причем дальность «Скалпа», она по большому счету, если их запускать, ракеты, допустим, с неоккупированной территории, над воздухе, над неоккупированной территорией Украины, они, в принципе, не должны дойти до Керчи. Она идет 250 километров, скал, как и Storm Shadow. Это значит, авиация наша постаралась, значит, зашла где-то на территорию противника, скорее всего, создали определенный плацдарм и зашли. Последнее время очень много такого рода действий проводится. Такое впечатление, что у нас уже появились либо модернизированные самолеты, старые советские, типа МиГ-29, но с очень хорошей авионикой, с управлением, которые могут работать этими ракетами, либо, может, уже несколько каких-то бортов натовских, которые могут выполнять задачу этими ракетами, управляя ими с воздуха. Потому что дальность, ну, Керчь — это уже за пределами дальности, если запускать ракеты до лінії фронту. Чи я правильно розумію, пане Романе, що тут натівські наші союзники могли нам суттєво допомогти, аби вразити ціль? Тому що от ви кажете, що доволі це небезпечно, ризиковано використовувати авіацію на такій відстані, враховуючи, які в нас є ракети? Ну, это где-то километров 50 надо было зайти на лінію окупації, то есть за лінію фронту зайти, либо над морем, либо на оккупированную территорию, а это значит провели определенные мероприятия, я бы так сказал, для выполнения такого рода задач. То есть довольно-таки сложный с нашей точки зрения, то есть исходя из нашей старой советской техники, практически невыполнимый маневр такого уровня. А раз он был выполнен, а по дальности это понятно, скал 250, а до Керчи под 300 километров, значит, где-то мы на километров 50 уже зашли на территорию, оккупированную противником. То есть, а это могло быть только с таким целым комплексом мероприятий, которые были вовлечены либо уже натовские самолеты. Россияне, кстати, уже где-то недели 2-3, мягко скажем, с ума сходят от появления F-16 в нашем небе. Потому все может быть, по крайней мере, подождем подтверждения Генштаба, но вот это показатель того, что «Скалпы» дошли до Керчи, показатель того, что мы получили, скорее всего, новый вид вооружения, либо использовали какие-то другие новые системы для выполнения такого рода задач. Пане Романе, по фронту безпосередньо у нас є повідомлення про Скадовськ і серйозні влучання сьогодні в цей населений пункт. Ми знаємо, що це Херсонський напрямок, і там базується достатньо немала кількість ворога. І що загалом відомо по цьому напрямку? Ми з вами говорили, але що зараз кажуть? Що наші хлопці від Керенки, про які ми згадували, Піщанівка, Пойма, кажуть наступне, що наші Збройні Сили зараз розтягують цей фронт більше, ніж на 30 кілометрів. І, я так розумію, це тактика, яка свого часу принесла успіх на Оріхівському напрямку. Тому що ворог збирає якусь певну кількість резерву живої сили, але не знає, куди її кидати, тому що фронт занадто нашими Збройними Силами розтягнутий, і вони не знають, в якій точці ми наступного разу вдаримо. Если говорить о серой зоне на левом берегу, а там реально серая зона, даже вот по Deep State это понятно, то есть россияне не находятся на левом берегу, где-то километров 80, если начинать от Черного моря и на север вдоль берега, то левый берег километров на 80 очищен от россиян. Нашей артиллерии, в основном нашей артиллерии и теми разведгруппами, которые находятся на левом берегу и корректируют огонь артиллерии. Тут же еще можно находиться там небольшой группой, 4 человека, допустим, разведгруппа,
на левом берегу. И любой подход российских частей передавать нашим артиллеристам, и они будут их накрывать. И так и делается. Почему создается вот такая зона? Это 80 километров. По большому счету на глубину где-то от 3 до 5 километров эта зона. Вот в районе Крынок, там уже базирование проходит. Причем забазируются наши группы, и уже не в 4 человека, а, естественно, больше. Идет переброска частей на левый берег, растяжка по фронту на несколько десятков километров. И у россиян сейчас большая проблема. У них на этом участке фронта недостаточная плотность войск. Они не могут создать сплошной фронт, потому приходится перебрасывать. Почему и Тимплинского назначили руководителем этого направления? Как раз для того, он ВДВшник, может быть, был, даст Бог. Посмотрим, что там после удара по косе, по Арабатской стрелке было. То это ВДВ, это все-таки группа, вид войск, который выполняет маневренные определенные задачи. Именно по маневру, маневренные передвижения. И вот ими пытаются перекрыть дальнейшее наше движение на левый берег. Но пока не получается. Почему? Потому что плотности не хватает. Им туда перебрасывать надо пару армий уже на левый берег, но взять их негде, ниоткуда. Они вот две армии сняли, потрепанные уже с луганского направления, перебросили под Авдеевку, взять бы больше силы, средств ниоткуда. Потому наши войска сейчас на левом берегу усиливают свое присутствие, ну, естественно, виконують бойові задачі. От ви згадали про контрбатарейну боротьбу, і шведи офіційно підтвердили, я так розумію, що вже давніше працювала ця установка в нас на фронті, підтвердили наступне, що вони передали нам такі арчери. Пане Романе, наскільки ця самохідна артилерійська установка арчер, яка б'є на 50 кілометрів, наскільки вона переважає, а якісь аналоги росіян, і наскільки вона має якісь, ну, кращі характеристики? Подтвердили передачу 8 арчеров, то есть то, что у нас вот выполняет боевые задачи. Еще в ближайшее время должны еще 4 передать. Потому довольно-таки серьезная сила. Чем хороша эта установка? Там пара десятков снарядов в автомате заряжания. По большому счету это полный автомат. После заряжания этой САУ она уже работает в автоматическом режиме, управляясь с кабины, то есть и очень быстро. Может отработать весь боезаряд за время полета снаряда. То есть первый снаряд еще не упал, а уже установка может сворачиваться и двигаться дальше, выполнять свою задачу. То есть в этом смысле в контрбатарейной борьбе ей просто нет равных, потому что не успеет ни одна установка по ней отработать. Вражеская установка. А в это время уже два десятка снарядов висят на траектории полета и подхода. Естественно, точности даже на дальности 40-50 километров, это рабочая дальность этой установки, 40-50 километров, то точность впечатляет, там всего лишь метры вероятное отклонение. То есть по большому счету, ну, это снайпер, если считать так, со всех САУшек, это снайперская винтовка. И в таком количестве, которое нам ее передали, она как минимум на одном участке фронта однозначно поможет нашим бойцам в контрбатарейной борьбе. Оптимальный вариант ее использовать в районе того же Работинского выступа, так как она может не заходить в этот карман, отстреливаться за пределами кармана, то есть вклинение нашего не быть под ударами российских частей с трех сторон и выполнять задачи полностью, перекрывая любую попытку россиян отстреляться по нашим войскам, которые находятся в этом вклинении. Скорее всего, туда она и пойдет. То есть это такой оптимальный вариант ее использования. Пригадую, пане Романе, що десь місяців два тому ми з вами ледь не кожного дня говорили про те, що є якісь прильоти безпілотників, дронів, камікадзе, бережуючих в різні регіони Росії. І от була така серйозна пауза, і от зараз Сергій Баранов, він є начальник управління бойових ударних систем Генштабу Збройних сил України, каже наступне, що
ЗСУ планують масштабну зимову атаку безпілотників на різні регіони Росії. Чи правильно я розумію, що, можливо, ми акумулювали і справді готуємо щось надзвичайно потужне? Нет, немножко не так. Дело в том, что, допустим, вооруженные силы Украины, они получают практически, ну, практически все вооружение от Укроборонпрома. И, ну, а естественно, Укроборонпром — это еще до сих пор старая советская система, которая очень тяжело разворачивается. Правда, если она развернется и запустится, то это уже будут такие промышленные партии дронов, которыми можно будет засыпать на боевой радиус полета этого дрона любой регион практически. Вот мы сейчас говорим о вооруженных силах Украины. А вот те дроны, которые очень быстро, но в малых партиях можно запустить, и были запущены спецслужбами внутри своих бюджетов. То есть у нас Главное управление разведки запустило дроны и надводные, и воздушные. Мы их видели. Но это малые партии, потому что внутри своих бюджетов, ну, спецслужба не сможет производить в промышленных масштабах, по крайней мере. То есть для своих точечных задач они производят, но масштабно нет. И служба безопасности Украины также запустила внутри своих бюджетов, запустила производство и дронов. Мы видели их работу и в Курской, и в Белгородской областях, в Брянской, и в Крыму. И по территории России, по Краснодарскому краю они работали. И надводные дроны Sea Baby тоже неплохо себя показали. Но опять же, это точечные, это вот секторальные какие-то производства, а не масштабные. А вот вооруженные силы Украины, скорее всего, говорят о производстве в таких серьезных количествах именно Укроборонпром. Потому, я думаю, подождем. Раз уже было заявление, значит, в ближайшее время будет и работа. Это будут такие серьезные волновые операции, где-то по 30, 40, 50, 50 дронов в волне. Примерно такие, как вот количество шахедов, когда идет, вот до полусотни. Вот примерно такие же самые волны будут заходить на территорию России. Причем заявленные дальности, они могут быть в прямом управлении где-то до 150-200 километров, если с ретрансляторами. Ну а по GPS-навигации могут идти где-то до 700 километров, то есть по большому счету за Москву. Потому подождем, раз было, если уже официально было заявлено, значит однозначно эти полеты будут. До речі, про Москву зараз згадаємо. Головне управління розвідки, пане Романе, підтвердило офіційно, що Росія провалила свої ядерні випробування. Ракета «Ярс» погано полетіла, «Булава» теж не виконала завдання. Ну і відтермінували постачання на озброєння їхніх тушок нових, про які вони так кричали, що можуть нести ядерний заряд. Росіяни можуть производити доволі-таки неплохі образцы вооружений, но только на зарубежных базах. То есть элементная база должна быть зарубежной. Ну, то они, у них нет производства материнских плат, у них нет производства систем управления. И привязка к ГЛОНАССу абсолютно бестолковая, потому что сложно выполнить задачу именно по российским спутникам. Потому все, что россияне успевают через по серым схемам или уйти от санкций, еще раз большой привет санкционной политике Макфолоса, товарищи, уйти и собрать у них получается более-менее толковое. И вот мы видим те же кинжалы, те же С-400, новые там ракеты они сейчас создали. Это получается неплохо. А вот то, что производится на российской базе, на российской элементной базе, ну, утрирую, на лампах, так сказать, то, естественно, ничего не летает. Вернее, летает только не туда, куда нужно. Потому все эти программы российские, которые они пытаются запустить, особенно ракетостроение, можно на них крест ставить, толковой ракеты там просто не будет. Хорошие ракеты выпускала наш украинский «Южмаш». Вот эта ракета основная была Р-36, потом Р-36М, это СС-18 «Сатана», это больше 10 тысяч километров. Это такой большой привет Северной Корее. Если вдруг сильно нас достанут северокорейские
снаряды, то в конце концов можно еще раз повторить, там с десяток ракет и 10 тысяч дойдет в Северной Корее, вот чего-чего, а по военным базам в Северной Корее попадет. А вот обратно им работать нечего. Вот нечем, так как та же самая проблема у Северной Кореи, как и у России. Стартовать ракета может, только не знает, куда лететь, мозгов не вложит. И здесь та же самая картина. Хорошая ракета была тоже произведена у нас в Украине, Р-36М, «Воевода». То есть, но России толком сделать ракеты не могут. Как они не пытаются, «Ярсы» летят не туда, некоторые даже не стартуют. Вот была проблема, три ракеты пытались запустить, одна только ушла, так ее и не поймали, где-то в море плюхнулась. Одна даже не вышла с шахты, а третья просто поднялась і рухнула. Тобто, от такі у росіян ракети. До речі, в Сполучених Штатах Америки, пане Романе, от змоделювали ядерний удар по Москві, використовуючи ракету Б-61, її модифікацію. І, відповідно, сказали наступне, що цей удар принесе серйозні ураження Росії. Якщо буде удар по Москві, то Пентагон оцінює знищення 311, понад 311 тисяч населення росіян і майже мільйон буде поранених. Ну і далі там радіація, 15% не виживе найближчим часом і в перспективі ще більше не виживуть від цього удару. Це яскрава демонстрація Росії, що про червоні лінії, червону кнопку і про те, як вони кричать, що вони застосують ядерну зброю, це от є така точка, де вони демонструють, що краще цього не робити. Это не ракета, это авиабомба. Б-61, последняя модификация Б-61-12, это корректируемая авиабомба. До этого такого рода авиабомбы были на тормозных парашютах. И было очень сложно, допустим, летчику уйти. А это корректируемая авиабомба, сбрасывается типа КАБа. Сбрасывается, летчик разворачивается, уходит, а они выполняют уже боевую задачу. Там в зависимости от боеголовки большой спектр боезаряда, который может быть. И потому, когда американцы рисуют определенные такие сценарии, это можно считать, что они их выполнят, потому что это уже в планах. Те планы, которые уже расписаны в Пентагоне, они... Иногда их специально показывают, чтобы мозги ввернуть и поставить на место, если там какой-то остаток мозгов есть у своих противников. Вот эту, кстати, авиабомбу Б-61-12 нам тоже нужно получить. Вот такие авиабомбы сейчас расположены в 5 республиках, в 5 странах стран НАТО по программе обмена ядерным оружием. Это такие бомбы расположены в Турции, в Германии, в Италии, по-моему, в Дании, в Нидерландах. То есть, ну, а помимо этого, ядерные заряды еще есть в Европе свои, у Франции, свои, у Великобритании. И такие же самые мы можем получить, вступив в НАТО, податься. Польша сейчас подается на расположение вот этих такого рода авиабомб. И нам надо будет подаваться, восстановить свой ядерный статус в этом смысле, на своих площадках расположить эти авиабомбы. И поверьте, у россиян или то, что от них останется, как бабка пошепчет, косо в нашу сторону смотреть не будут, так как ядерное оружие, ну, мягко скажем, мирит быстро, буквально в 3 секунды такого рода поползновения. Носители в основном, носители это авиация, в основном бомбардировщики тяжелые, хотя их же могут носить и многофункциональные самолеты, которые нам будут передаваться. То есть, по большому счету, у нас будет полный спектр, так сказать, и ядерного, может быть, вернее, полный спектр после вступления в НАТО ядерного вооружения. А основная, в основном, вот, исходя из того комплекса мероприятий и плюсов, которые может дать НАТО, вот это основной плюс расположения, чтобы не производить свою ядерную бомбу, чтобы не нарушать принципы о ядерном нераспространении. Оптимально это в рамках НАТОвского военно-политического союза расположить у себя эти авиабомбы. Ну а то, что американцы могут, мягко так скажем, предупредить, сейчас это все видно по Ближневосточной войне. Конкретно подошли две авианосные группы, мягко предупредили иранцев, что с ними будет, если они вступят в войну, и тут же
Хезболла подняла руки, присела, сделала ку, так сказать, похлопав себя по щекам и сказала: «Не-не-не, мы в войну не вступаем». Потому этот руководитель Хезболлы Насралла, по-моему, или там непонятно на какое ударение в его фамилии правильно ставить, он уже, они уже не воюют, они уже не участвуют в израильско-хамасовском конфликте. И Иран включил заднюю, пошел на попятную, пошли заниматься сельским хозяйством. Вот так быстро ставятся такие народы на место, когда конкретно показывается, что может быть и с народом, и особенно с правительством, высокоточное оружие, которое будет работать по центрам принятия решений. Ну и, естественно, мозги, вот тот остаток мозга, который у мул там остался, там полсантиметра, у россиян там, наверное, ничего нет, 15 сантиметров лобовая кость, потом затылок, потому даже это до них, так сказать, доходит. Я думаю, и с такой подачей по Б-61-12 тоже дойдет. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи важко збивати Б-61-12? Ну, дело в том, что ее сбить, никто ее уже сбивать не будет, она когда уже на цель заходит, она корректируемая, но практически свободно падающая, то есть она идет, планирует. Тяжело сбить самолет-носитель, потому что в основном это самолеты по технологии стелс сделанные, и просто россияне их не видят. Бомбардировщик может дойти до Москвы, и ни один локатор его просто не увидит, разгрузиться бомбами и уйти обратно. Ну, то есть тут другой подход, абсолютно другой подход к выполнению такого рода задач, тем более сам по себе и бомбардировщик, и многофункциональные истребители стелсовские, у них отражающая поверхность поглощает больше радиоволны, чем их отражает. Ну и стоят определенные системы радиоэлектронной борьбы, РЭБа, которые не дают возможность локаторам противника нацелиться. То есть здесь заходят как нож в масло, выполняют свою задачу, сбросили бомбы, разгрузились, иногда у бомбардировщиков их десятки, уходят обратно, уходят от эпицентра взрыва из-за того, что как раз вот эта бомба уже модифицированная. Б-61-12, если кому интересно, погуглите в інтернеті, довольно-таки хороші характеристики. Пане Романе, по статті The Economist від Валерія Залужного вирішили прокоментувати представники Офісу Президента, що цікаво, в телемарафоні відгукнувся такий собі радник Офісу Президента Ігор Жовка. І він порадив наступне, що не потрібно, мовляв, видавати всю інформацію, що відбувається на фронті, тому що це на руку агресору. Мене цікавить, як вам здається, от ми завжди з вами говоримо політики, військові політики. Ігор Жовква, радника, оцінює дії Валерія Залужного. Вам не здається, що субординація трішки порушена? Ну, советник старшого по перекладке бумаг, ну, есть проблемы. Он один раз уже засветился, по-моему, чуть больше полугода назад, когда тоже начал рассказывать сказки о каком-то дипломатическом пути освобождения Украины. Мы, кстати, об этом с вами говорили. Тогда я хорошую такую привел, не аналогию, совет дал Офису Президента. Наймите себе в штат. Вот поверьте, просто у самого есть друзья, когда с такой бедой. Это эмпаты. Они очень хорошо относятся к людям. Просто это как подорожник к ранке можно ложить, лечат все и вся. Но они не будут разговаривать. И вот такой мягкий намек Офису Президента, канцелярии, если правильно называть, офисы понапридумали, канцелярия Президента, то есть этим канцелярским, ну, мягко скажем работникам оптимально будет как раз вот поискать среди такого рода людей с ограниченными возможностями, и не будет никаких проблем. Когда идет война, военные сами знают, потому что они профессионалы, знают военные, что делать. А тем более генерал Залужный прекрасно понимает, и если он какое-то действие делает, особенно в информационном поле, а мы же видим, очень редко генерал в информационном поле что-то либо комментирует, либо, как сейчас в «Экономисте», модерирует правильные, грамотные дебаты по продолжению нашей борьбы, нашей войны с россиянами. И вот уже кому-кому,
а там старшему помощнику младшего конюха, ну, не стоит как-то так даже смотреть в эту сторону, но это не ваше. Занимайтесь своими делами, перекладывайте бумаги, подписывайте, смахивайте пыль, ну и так далее, тому подобное. Вам там виднее, чем заниматься. Пане Романе, до речі, вчора була Урсула фон дер Ляйн в гостях в Києві, зустрічалася з Володимиром Зеленським, провели прес-конференцію і, звісно, запитали Зеленського про статтю The Economist Залужного. Що сказав Зеленський? Що в нас були і гірші патові ситуації на фронті, але ми виходили з ситуації на Харківщині і на Херсонщині. Я так розумію, що, напевно, неочікувано була ця стаття для Зеленського. Це може бути якесь непорозуміння між Залужним і Зеленським, чи це нормально, коли виникають якісь дискомунікації у війні, яка триває вже майже 2 роки? Ні, ну тут однозначно ніякого непонимання немає. Ні, це ж відповідь же ж на питання. Тобто, коли як задається питання, допустимо, а як от ви бачите, або що ви думаєте о ситуації і так далі, тому подобне, і дається, звісно, відповідь. Залужний расположил статью в Economist. Economist, мы уже говорили, это британское издание, которое читабельно в политикуме американском. Они начинают день с прочитки Economist. И когда Валерий Залужный, генерал Залужный, дает такую информацию, она тут же берется в модерацию и, естественно, после прочитания в правильном направлении ведутся дебаты, правильные и грамотные. Потому там Залужный четко показал, что невозможно, то есть бесперспективно и губительно для нас и украинцев, и можно говорить о американцах как о гарантах по Будапештскому меморандуму нашей безопасности. Раз они гаранты, значит, они должны участвовать в гарантировании этой безопасности, восстановлении границ. И именно должны. Почему? Потому что с помощью тогда американцев Клинтона у нас выдавили то ядерное оружие, которое, вот, о которых мы только с вами говорили, о Б-61-12, такого уровня. То есть раз так, значит, должны. А раз должны, значит, надо показать, в каком направлении надо двигаться, а в каком нельзя ни в коем случае. Потому зайти в глухой угол при замораживании конфликта точно нельзя ни в коем случае. Ну а Зеленский правильно, он говорит, отвечает на вопрос вот, о патовых каких-то ситуациях. Да, конечно, у нас были ситуации, только из них не мы выходили, из них россияне выходили. Они вышли из-под Киева, они вышли из Херсона, они вышли из-под Харькова, с Изюмского котла. То есть они пытались выйти из этих ситуаций. Мы выполняли свою задачу, уничтожали их и восстанавливали свою территорию. Потому здесь просто разнонаправленные аудитории. У Зеленского направление на нашу аудиторию, украинскую, а у Залужного направлено статья на даже не на аудиторию, а на конкретный пласт политиков американских, как на гарантов, именно политики американские, гаранты нашей безопасности. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 5 листопада, неділя. Обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, аби традиційно в рекомендації потрапляло наше зведення. І кожен з нас повинен знати, що відбувається на фронті війні проти окупантів. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.